Все внимание на втором повозке. Первая попытка Юрия Белкина. Давайте поддержание, Юра! Это был первый удачный подход Юрия Белкина в экипировочной тяге. Атлет потянул штангу весом 450 килограммов. Очередной запредельный вес, уже 470 кило, на этот раз не покорился. Я считаю, что если эти смены всех расписаний, сказались там на килограмм, например, на 20, да, если посчитать процентное соотношение. То есть, вероятнее всего, что все равно 501 бы и не пахло сегодня. Ну там 480, думаю. Теоретически был готов, 501, знаешь, тут уже авантюра. Вот, а вот все остальное, да, сказалось. Поэтому, там 470, 80 должно было быть. Повторять дальше я не увидел смысла, потому что, когда первый подход не идет, то даже не психология дело, а ты уже сам понимаешь, что, не идет. Одно дело, когда там бывает, майки жмешь, в майку не попал, это другое. А тут просто уже все. То есть она как приколоченная, собственно говоря. Полное интервью Юрия Белкина специально для GOB Channel сразу после выступления на чемпионате мира по пауэрлифтингу в городе Долгопрудный смотрите уже скоро на нашем канале. Подписывайтесь и всем добра! Victory Distribution представляет персональная серия спортивного питания премиум-класса от легенды бодибилдинга Кевина Леврона –